Привет, ребят! Сегодня я вам покажу, как сделать такую новогоднюю елку в подарок из подручных материалов. Нам понадобится два белых листа бумаги формата А4, фоамиран зеленый и красный, гофрированная бумага, бечевка, клей ПВА, ножницы, акриловая краска коричневая и белая, клеевой пистолет и кисточка. Начнем мы делать нашу елочку с того, что мы скрутим кулечек. Текстируем наш кулечек клеевым пистолетом. Мы скрутили наш кулечек и подрезали низ. Теперь нам нужно взять бечевку, зафиксировать ее и приклеить по всей елке. Промазываем нашу елку клеем ПВА и наматываем бечевку по кругу. Вот такая елка у нас получилась. Теперь мы должны сделать для нее нарядную юбку. Для этого берем гофрированную бумагу длиной примерно 30 сантиметров и отрезаем полоску шириной примерно 3 сантиметра. Вот такая полосочка у нас получилась. Ставим капельку клея с края внутренней стороны нашей елочки. Мы делаем складочку и приклеиваем каждую складочку к елке. Вот такая юбочка у нас получилась. Можно отрезать все лишнее. Подгибаем юбку. Вот такая елка у нас получилась. Теперь для этой елочки нам нужна ножка. Для этого берем второй лист бумаги и сворачиваем его в трубочку. Приклеиваем край к трубке. Теперь прорезаем трубку примерно на сантиметр. Это нам нужно для того, чтобы прикрепить ствол елки к основанию елки. Основание мы сделали заранее из нескольких слоев картона и обвернули бечевкой так же, как и елку. Мы наносим клей из клеевого пистолета на пенечек. Теперь приклеиваем ствол к нашей елочке. Для этого нужно промазать верхушку ствола клеем с клеевого пистолета. Наносим клея очень щедро, чтобы все хорошо приклеилось. Вот такая елочка у нас получилась. Теперь нам нужно прокрасить пенечек белым акрилом, а ствол коричневым. Ствол мы делаем коричневым. Вот такая елка у нас получилась. Мы ее отставим высыхать, а сами займемся цветочком. Для этого нам понадобится шаблон цветочка, и нужно обвести шаблон на красном фоамиране. Листочек мы обводим на зеленом фоамиране. Вот такие заготовки у нас получились, но чтобы придать им более естественный вид, нам понадобится горячий утюг. Кладем нашу заготовку на горячий утюг. И сминаем лепесточки.
для придания более естественной формы и объема. Мы так делаем со всеми лепестками. Вот такие заготовки у нас получились. Теперь приклеиваем наш рождественский цветок к нашей елочке. Сначала мы приклеиваем зеленый лепесток. Теперь в середину нашего цветка мы приклеиваем белую бусину. Вот так вот у нас получилось. Теперь приклеиваем бусины по всей елке как украшение. Вот такая новогодняя красота у нас получилась.